Сегодня не только здесь, в городе Омске, на территории нашего большого, прекрасного партнера Аграрного университета Омского проводятся наши соревнования, но еще и в 17 муниципальных районах Омской области. Начнем с ощущений, они, как всегда, отличные. Трасса подготовлена великолепно. Те люди, которые сегодня сюда пришли, я думаю, все без исключения получат огромное удовольствие. И заряд здоровья, который пригодится им в будущем. Километра было тяжело, но мы проехали это. Тоже было 2 километра, тяжело и весело как бы. А что больше всего понравилось на трассе? На трассе в горку. Почему? Как бы с нее, когда спускаешься, больше скорость обгоняешь. Мы второй раз уже участвуем с ним в этом мероприятии. Сегодня лучше, уже побыстрее и уже... интереснее. Я стою на лыжах, ребенок видит меня на лыжах. Я надеюсь, что он будет поддерживать эту традицию в будущем и тоже заниматься спортом. Сегодня у нас тут была лыжня России. Эмоции замечательные. Я погнала около 12 человек и смогла войти в поворот, который находится вон там. Там очень сложно войти в поворот. Главное рассчитать силы, и то либо попадаешь в дерево, либо попадаешь во флажки. Такие мероприятия нужны, чтобы показать себя, чтобы показать, насколько ты готов к суровым условиям, насколько у тебя хороший характер и хорошее умение управлять этим видом спорта. Я бы хотел второе место получить. Мне очень понравилось. На следующий год тоже планирую сделать это. На первом месте, чтобы был я. Мне очень радостно. Иван-чай, друзья мои, тоже. Как ты думаешь, почему нужно заниматься спортом? Почему ты занимаешься? Ну что же, скажем нашим юным лыжникам спасибо. Было очень тяжело, но повезло с погодой, отличная погода и настроение хорошее. Старалась работать всю гонку и оторваться от соперников. Эмоции положительные, то, что удалось выиграть. Как бы я всю зиму почти болел, вот буквально месяц катаюсь всего. Ну и удачно сложилась гонка.